Внимание, внимание, друзья, чемпионат! Сейчас начнется дома у братьев поросят. Тот станет чемпионом, кто громче всех чихнет. Вот младший брат на старте, он первый и рискнет. Отчи! Качнулась люстра у всех над головой. И младший брат остался доволен сам с собой. Отчи! В серванте блюдца и чашки бежат. Собой доволен тоже остался средний брат. С гвоздя сорвался прадедушкин портрет, и старший брат воскликнул: мне равных нет! Потом с цветами ваза упала и разбилась, и на пороге мама нежданно появилась. Как ветром сдуло спортсменов поросят! Так выиграла мама, у них чемпионат.